Анапчане на своей территории забили два мяча в ворота гостей из станицы Северской. В серии игр на Кубок губернатора Кубани играют 4 группы по 10 команд. Победители каждой группы разыграют главный приз в итоговом матче осенью. А пока анапчане в своей группе сыграли с командами из Туапсе, Новороссийска и Геленджика. Следующий матч состоится 2 июня. Анапчане сразятся на поле с сочинцами. А в среду, 29 мая, Анапа примет гостей из Красноармейского района. Футболисты разыграют Кубок края.